Всем привет, зеленые огурцы, и мы продолжаем играть в Kerbal Space Program. И угадайте, что мы сегодня делать будем. Мы сегодня будем делать вертолетик. Я не знаю, возможно ли это без модов в Kerbal Space Program. И невозможно, но мы попробуем построить вертолетик без вообще никаких модов. Значит, Space Plane Hangar. Дальше вроде бы нам надо так. Возьмем вот такой. Стойте в тайотик. Еще какой-то маленький движок, чтобы газовать немного. Вот так немножко пригазовать. И где был этот движок, я уже... Наверное, роботикс, да. Делаю. Что из этого? Скажите. Что из этого? А, вот. И делать вот такие вот. Но нет. Ух, большие. Вот так. На что обычно приземляют? Нам вот это надо сейчас. Сейчас будет самое лучшее единица. Видит это как-то стоит. Вон колесики. Наша первая модель в тойотика. Если что-то пойдет не так, мы попробуем как-то это поправить. Ну, у нас как раз пойдет все не так. Понятно. Запихиваем пилота. Сейф. Надо сейвить. Сейф. Блин, вертолет. Почему, блин, все кербанут? Она тупая. Вот это не тупая. Вот это, я бы сказал, очень даже хорошая. Она не тупая. Поэтому мы ее возьмем, потому что она тупая. Пивот. С
Ух, как я хожу, я тоже. Смотрите, какая заводная штука. Как оно работает, интересно будет. Сначала мы колесики проверим, смотрите. Так, тормоза. В эту сторону и в эту сторону. Что-то пошло не так. Что-то мы не взлетаем. Ну, получается, у нас что-то сделать. Так, значит, ну так уже не выглядит, как вы встаете. Блин. Слышь, ты там пустый, да? Турбофен. Нам тут поставить на вертолет. Мне кажется, какой-то механизм, что на колесиках. Так, дрын-дын-дын-дын-дын. Вон, возьмем миссию от зеленого огурца. Эксплор Кербин. Go on orbit space launcher. Норме? Тю! Восемьдесят норм. А, ну это спутники. Ну это потом. Сейчас мы с транспортом передвижения разберемся немного. Ух! Обратно на землю, на землю. Мы
сделает транспорт для передвижения. Уху, заводная штука-то получилась. Заводная штука с помощью. Вот прямо на спайс-центр приземляемся. Подожди, надо, что нам... Хотя давай просто полетаем. Чисто полетаем. Ван, запустим пока спутники до Кербин. Вертолетами и самолетами потом займемся. Берем спутник. Так. Антенны. Повернем их как-то так. Спутник готов. Так. Батарейки. Можно поставить ему панельки сучную. Подожди, ему можно панель сучную поставить. Вот, смотрите, панельчики. Это тоже срочно, панель, это. Ага. Вот, выглядит как-то не по фэншую теперь. Кстати, мне. Так, стенд. Но зато выглядит так, как хорошо, когда экстенди эти вот панели. Ну ладно. Дистракт. Вот просто обычные батарейки поставлю. Давай нюхаем. Такой вот временный спутник. Так. Бьем бустеры. Нет, еще не бьем. Еще не бьем. Нам еще надо сделать. Выглядит не по фэншую. Фу! По фэншую это все. По фэншую.
уже берем энджин. И можно уже идти. И причем два надо еще запустить нам. Ничего не забыли? Где нет? Крылышки. Так, запуск! Запуск спутника. У нас... А, мы не можем запустить сейчас, потому что... Ну ладно, тогда вручную будем лететь. Давайте 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ничего у нас не получилось, нифига. Крылья в жопу. Они не двигаются. Вот эти двигаются крыло. Да не одно крыло, мы же разобьемся к чертям с одним крылом. Ты же будешь поворачивать, я надеюсь, да? Отлично, он поворачивает. Все. Он поворачивает. Он отбиваем еще высоту. Все, нам высоты хватает. А, я забыл читы вырубить. Я забыл вырубить читы, ребятки. Это катастрофические последствия. Вырубить все читы к чертовой бабушке. И гравитацию врубить. Вот так-то лучше. Нормально. Так значит, у нас увеличивается апопсис. Пока что мы можем последить, как там дела у нас в космическом корабле. О, Муна! Смотрите, мы уходим из своё сейчас. Вот это вот. Вот так. Видите? И всё. Ой, как нас. Ой. Так, сколько. Все. Так. Подождем, пока мы из атмосферы выйдем. Тогда мы. Ой, как бы быстро летим. Оп! Хоп! Блин! Да какой нафиг Revev to Launch? Revev to Assembly меня... Всё, пошёл. Надеюсь, теперь мы ничего не забыли.
Начинаем на орбиту выходить. Начинаем выходить на орбиту. Так, мы пока что ржаемся в атмосфере Кербина. И все. Так. Молодцы. РСУ работает. РСУ работает. Он не хочет работать, долбанный РСУ. Так, ты будешь... Он не хочет на орбиту уходить, Кербин. Плохой, такой, блин. Так. Остановись, тупое ты гавл. Выходи на орбиту. Он не управляется. Что с тобой не так? Всем собачьим все выбросить и подставить вот этот вингл, который будет выходить. Здесь не взорвется ничего, только не взорвись, прошу тебя. Да вообще полетит, я не представляю. Оно не взовьется? Видно, оно похоже. Фу, я обстроюсь. Пошел ты! У-ху! Уйди. Это куда ты? Идиот, куда ты? Куда? Там будет система ставить. С меня хватит. Все. Я заканчиваю ролик. С меня хватит.